начали просто запрещать то, что в принципе запрещать было невозможно смысла, да, нет смысла. А кого-то раздражает, извините, то, что все равно, как взяли какую-то ракету, она тоже создает определенный шум. Если ночью собака пойдет по квартире попить воды, вымещается не спать, да, но это же тоже невозможно. Ну, смотри, во-первых, я думаю, что собака так громко по квартире не проходит, смотрите, смотри, какие собаки, знаешь, процедура, это либо участковый, либо совет дома, ну, как рекомендация, либо, опять же, Роспотребнадзор, который должен приехать в эти моменты, честно, на практике, без пенсии, это рекомендация, да? Потому что нужно уполномоченный говорить.